Оля! Трэш всем банкам. Ждем. Банки жгут. У наших начальников. Понятно. Начальство ждем. Нашествие. Да. Нашествие есть нашествие. Угу. Город Тверь. О, единица поехала. Колбасу везет, наверное. Взлетная полоса. Да, колбасу повезла с мясокомбината. Короче, в телефоне все, что хочешь. О, еще одна единица. Наша команда. Да, да, тут я про тебя говорю. Да? Да. Я уже выложил, уже быстро. Да, я видел. Только не получилось скачать. Потом скачаем, может получится. Как в кафе ты делаешь? А, видно, видно, я тебя когда смотрел, там еще, когда мы в кафе сидели в слойке, Неоль, там еще так девушка шла, видел, с голым животом. Бегида. Бегида. Там же еще Сашек говорит, Аня, ты говорил там, что что-то вот надо сок это в мороженое налить, а Саша сказал, да нахрен нас. А потом все-таки налили. Саша налил. Палки, блин. Сок налили, мы съем, да, мороженое. Фигня такая получилась. Лучше бы это не делал. Это тоник был. Ну, это, по-моему, когда ты... Я ему пасти. Саша, Леха, всем привет, Пятигорск. Да. Пятигорск, Москва, самый Поддаева, супер. Да. Пятигорск, Форева. Да. Да. Надо еще с Михайловской сфоткаться. О, так скажи, да. Не, ну Пятигорск есть Пятигорск. Столица СКФО. Да. Пятигорск, столица СКФО, с Тамарой Шалдерван. Кстати, я попала видео, А я-то в кафе буду тоже снимать видео. Лёх, нормально мы выходим? А? А? Всё нормально. Ага. Проезд не занимать. Пока Николаева начинима. Нема. Петрофан. Так, ну... Где наши начальства? Откуда я знаю? А сейчас же рано, они придут на нас тут. Ну да, думаю, да. А тут на час получается, я же приходил. А мы самые первые пришли, думаю, у вас нет, куда вы запропастились. Нет, в Москву. А, в Москву. Ага. Ты сейчас полетит, да? И с этой, с Шульгиной сфоткаться. Видел там это вообще? О, они маленькие. О, Четверкуров. Тачки есть. У Оли новая кофта. Ну,
Уже увидел. Это ты, Тузик, ни хрена не замечаешь. Да я давно заметил, сразу еще. Нет, это вот сейчас. Нет, я только сказал сейчас, а заметил я сразу. Это Алёнушка. Шоколадка Алёнушка. Алёнка, то есть. А ну, Оль, подожди, дай я щёлкну. Не, лучше с капюшоном, наверное. Нет, капюшон, чё, если кто-то, знаете, и чё, а не понятно, как сказать, как это, и ну, чё, да всё круто, всё можно. Так, а. Так, он лестница. Лестница в небо. Да, как там поёт песню про лестницу там? Я лестницу в небеса. Ты выбираешь полезу, сам. А если не что-то постоянно, короче, в этом кафе сидим, короче, и к нам, и мы, и там какой-то ведущий говорит, что вы знаете, по, там русский рок, там Дипепл, русский рок, там куча там кассет понадарила, короче, ну, вообще пипец полный. Лед Зеппелин хорошая группа. Знаю. Машина. Да вот. Особенно Дипепл, дым над водой, это пипец. Ричи Блэкмор, как он орёт, вот, и я что-то во сне говорю, я, ну, сейчас, ну, да, я Дилан, Рэнди, Джимми Пейдж, вот это, а Боб Дилан, ну, да, они вот меня не составили. Ещё, может, Миха придёт? Миха Сабанцев придёт вообще? А? Ну, да, придёт, наверное, мам. Ну, может, что из Смоленска придет мы, если там это ничего там не будет. Да, да, Василий Дурнов, Николай Иванович, Симон. Да, и Тамара Михайлович даже придет. Так, ладно, уже 8-я минута пошла видео. Да, видишь, как утром холодно было, прямо ветер был, да? Да, прямо даже. А сейчас солнце, да, сегодня переменная облачность. Да. Да, хороший ромашка. Вчера в 18.20 был топ-чарт Европы Плюс, да, с Артемом Шалимовым. Сегодня в 18.20 будет русский чарт, либо Митифамин, либо Глюкоза. Шакал Тиамат. О! Я такие шутки сами качаю. А, на обои. Ну, на зубы как-то.